Приветствую вас, друзья. Сегодня хочу сделать обзор по бит-регулятору REX C100. Именно по подключению термопара настройки. Вот сам прибор REX C100. Сбоку схемка есть на приборе. Сейчас фокус поймает. Вот контакты 1-2, подключение 220 вольт. На него питающая силовая. Контакты 9-10, это термосопротивление. Так, термосопротивление у меня вместе с ним шло такое вот под маркировкой Т. Код 4-0 у него. Вот. Прибор не очень дорогой. Разве 2000 стоит. Вот. Ну, давайте перейдем к подключению. Значит, вот у меня силовой провод на 220. Вот контакт 1-2 с левой стороны. Включаем. Включили 0, включаем фазу. Подключили. Так, сейчас питание дам на него. Вот, дал на него питание. 3 секунды он прогружается. Вот. Тут внизу SV-2 ставка. Вот, на аварию. Ну, не то, что на аварию, на отключение. Ну, на сухой контакт реле. И он тут у нас. Вот он. 3, 4, 5 контакта. Верхние. Видите, все в нулях. Вот. Это означает, что или нет термопары, или термосопротивление не подключено. Обрыв. Вот. Ну или дефект самой термопары или термосопротивления. Давайте подключу сейчас саму термопару. Сначала выключу из сети питания. Так, подключается она у нас. Контакт 9-10. Смотреть на прибор вот эти два контакта. Вот они. Вот нижний это плюс. У меня он на термопаре красный. Минус. Да, еще забыл сказать, когда вот нули горят, допустим, даже если термопар отключена, неправильно вставка на ней выбрана, ну неправильно подобрана, она тоже будет в нулях. Ну, сейчас далее покажу. Вот сейчас 3 секунды он прогружается. Вот. Вот вверху показывается температура. Помещение 19 градусов. Сейчас подставлю, чтобы видно было, что было. Так вот. Фокусирует. Я не фокусирует. Вот. 19 градусов. Вот сама. Вот само термосопротивление. Все, зажигалочки погреть немножко. Сразу пошла температура. Вот. То есть он в работе. Теперь по настройкам меню. Ну, я тут методом тыкать термопарку выбираю. Вот. То есть есть управление. Set это вход в меню. Это влево, вверх, вниз. То есть зажимаем set. Секунды на 3. Вот он в первичное, во вторичное, точнее, меню входит.
Вот. Нам надо сразу посмотреть лог. Чтобы зайти в подборку термопар, лог должен быть 1000. Как его поставить? То есть стрелкой. Так вот, двигаете в бок. Вот видите, единички. Потом вверх-вниз. Вот вверх. Потом нажимаем на сет. 3 секунды держим, чтобы сохранилось. И он выходит уже в настройки. Вот, теперь зайдем в меню номер 3. То есть сет зажимаем и в бок одновременно. Он щелкнуть должен. Вот. Далее заходим. SL1. Туда зашел. Сейчас прощелкаю все. Сейчас выйдем отсюда. Две кнопки зажимаем. Вот, вышел. Опять две кнопки зажимаем. Так, теперь SL1. Вот данная термопара с прибором еще инструкция шла. Вот в этой инструкции написано, какие там термосопротивления, термопары и присвоенный код. Вот этот. Вот для данной термопары она обозначается как Т. Код 4.0. Вот. Далее выходим. Выставлять его так же, как я до этого показывал. Вот. Допустим, если надо уставку поменять, нажимаем сет один раз. Вот. В бок. Допустим, там 56 градусов. Опять нажимаем сет. Вот, допустим, уставки будет она вот так работать. За пит регулирование и настройку его расскажу в следующем видео. Вот. А так приборчик компактный. Удобный. Единственный выход на нем RS-ского нет. На компьютер вывести указания. А так вроде все. Если какие имеются вопросы, пишите в комменты. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго, друзья. До следующего видео.